И вот еще такой интересный вопрос к вам, доктор Кук. Психологические садисты. Люди, пьющие кровь и не дающие нам жить. Люди, создающие проблемы и желающие нашей погибели. Встречаясь ли вы с такими людьми? Как с ними взаимодействовать? Как не попасться на пути вот у таких людей? Да, и как, может быть, самому не стать психологическим садистом? Ну да, вот такое понятие, что есть агрессор, есть палач, есть жертва. Жертва защищается, тем же оружием отвечает, если такого рода люди пытаются использовать, пытаются командовать, навязывать свои мнения. Вот это вот в любом виде насилия, словесное и даже физическое, причинить зло, боль другому человеку, получать от этого наслаждение, это и есть вот такой психологический садизм. Обычно эти люди пока сами не поставят себе задачу, что их такое отношение к жизни потребительское и ничего не изменится. Таким людям надо над собой работать. Я создаю проблемы, от меня отворачиваются, и не только этот момент, а и другие. Целое за плечами такого психологического садиста целый ряд людей, которые пострадали от вот его насилия. Поэтому с такими людьми надо ничего не терпеть, заканчивать отношения, откажитесь от благих намерений что-то изменить, улучшить и достучаться. Эти люди обычно у них железная установка. Только я прав. Не слушают возражения, доводы, логические объяснения других людей. Они используют других людей только себе во благо и только в своих интересах. И переделать таких людей, если он сам не ставит задачу, невозможно. Откажитесь от намерений, не надо ничего терпеть, прекращайте эти отношения, не повезло. На вашем пути встретился такой садист. Сделайте выводы, это ваш урок, чтобы вы ценили себя, уважали себя. Поэтому терпеть ничего не надо. Надо рвать отношения и все. А другое дело вынужденные, но это вот используйте 36 стратагем и как-то защитить себя, когда деваться некуда. Но я всегда знаю, что выход есть. Вплоть до того, просто уйти и начать жизнь с листа. Вы заработаете новую квартиру, вы устроите свою жизнь, но уже без этого психологического садиста. Они упиваются властью, они упиваются контролем, они упиваются жертвой, что она страдает, мучается, испытывает боль. Они упиваются, они наслаждаются этим. Поэтому здесь только однозначно надо прерывать отношения. Все. Или уже искать какие-то другие выходы. Как только вы поняли, что человек чего-то требует, пытается навязать, использовать, вы сказали один раз, и не услышали вас, рвите эти отношения. Все, без сожаления. Однозначно. Вы больше будете иметь потерь, чем приобретения.
продолжая страдать, мучиться, надеяться опять на какие-то разговоры, разборки, опять срывы эмоциональные. Поэтому вот сбрасывайте эту роль жертвы и живите нормальной, спокойной жизнью, но без этого человека. Кто-то нам, я помню, написал, кто-то написал, зритель наш, что он психологический садист, но он хочет измениться. Как и с чего начать ему эти изменения? Какие бы вы дали советы? Ну, плохих, хороших людей не бывает, есть несчастные люди. Когда говорят, что я вот такой психологический садист, значит, человек носит в себе огромное болевое тело и вымещает эту боль на тех, кто рядом. Надо обратиться, люди находят меня, выходят на меня, договариваемся о времени, занимаемся по специальной программе, и, собственно говоря, и можно многое изменить в себе. Сбросить это болевое тело, проработать психологические травмы. Человек же не просто так вот он садист и все, а у него свой путь. Кто-то ему наносил боль, а кто-то его унижал постоянно. Значит, надо это проработать, сбросить это болевое тело и освободить свое прошлое, разрядить эти негативные файлы прошлого, разрядить, освободить от негативной энергии. Тогда и потребность кому-то досаждать, кому-то вредить, этого не будет, отпадет само по себе. Большая работа, кропотливая работа, но ее можно сделать и многого можно достичь. Если уже человек есть вот такое признание, значит, уже проблема наполовину решена. Остается только засучить рукава и начинать работать. Вот. А в каких профессиях больше всего вот психологических садистов, какие они себе профессии выбирают? Есть у вас об этом какая-то... Разные профессии, разные. Кто-то будет иметь профессию спасателя, кто-то иметь профессию адвоката, юриста, кто-то милиционер, полицейский, там, не знаю, может быть, еще где-то. Ну вот, властные структуры, да, могут быть чиновники, могут быть, да, кто угодно. Поэтому с профессией не связано, так не спаяно. То есть не обязательно. Не обязательно. Представители силовых структур, да, политических партий. По-разному. И среди них больше, да, можно найти, если искать. Кого мы ищем? Можно найти и садистов психологических, и среди политиков, и среди чиновников, и силовых органов, военных и так далее. А среди учителей есть? Учителей тоже можно найти, да. Наклонности есть. Врачей? Казалось бы, да, вот призванные профессии спасать, учить, педагогика или медицина, или вот, к сожалению, встречается. Ну, среди бизнесменов много, волевые люди, да, среди политиков много, можно выделить, и правоохранительные органы, да, силовые, где тренируют военные подразделения подавлять, уничтожать, да, там какие-то террористов, да, а тут... своя семья страдает и мучается, да? Тоже может быть, да. Среди психиатров много психологических садистов? Нет, мне повезло, у меня коллеги очень добрые, отзывчивые, каждый в своей индивидуальности, так что мне повезло. А среди политиков, вот вы побывали в политике,
Сколько лет вы были в политике? 12 лет. Да, 12 лет. А много встречали таких? Единицы. Человек, погруженный в политику, он занят с утра до вечера, и он только думает о себе, ну и страдает семья, страдает жена, дети от того, что невнимание. Вот. Ну, я не знаю, какие там были разборки. Ну, у одного политика жена закончила жизнь самоубийством, то есть, довел, создал ситуацию. А так, трудно сказать, всегда надо выходить на конкретику. И публичные люди, мы не можем тут вот обсуждать их, не имея достоверных каких-то данных. Мнение выражать, да, мы вот аргументируем свои мнения, все.